Краса – це велика сила. Кожного ранку ми прокидаємося на годину, а то й на дві раніше, аби встигнути нафарбувати губи, намалювати стрілки, одягнути сукню, невеликий каблучок та впевнено крокувати на роботу. Здавалося б, дрібниці, але скільки сил потрібно для цього? Як правильно та доречно зробити макіяж та взагалі знайти свій стиль, знає героїня нашої сьогоднішньої програми «Твоя справа» Наталя Гончаренко. Адже вона – дипломований стиліст-візажист та просто майстер своєї справи. Какой должна быть девушка? Я считаю, что каждая девушка обязана быть красивой, ухоженной, смотреть за своими волосами, кожей, ногтями и всем остальным, что, собственно говоря, к девушке прилагается. Имея юридическое образование, когда родители видят в тебе гениального юриста, а ты вообще в этом... Ты учишься и понимаешь, что большинство времени ты проводишь просто с какой-то командой КВН, на каких-то кружках, танцах, песнях, плясках. То есть это совсем юриспруденция немножко не мое. Вот. И работая уже в госслужбе по профессии, скажем так, я решила пойти на первые свои курсы по макияжу. Меня сподвигла подружка, ибо я красила их всех. Все меня просили, там, сделай красиво, вот. И я как-то элементарными какими-то средствами подручными, той косметикой, которая была у меня на тот момент, я их красила. И подружки мне говорят, ну что ж ты так, ну вот пойди, займись чем-нибудь, и вообще тебе надо быть... Я помню, как мне подружка рассказывала, что мне надо срочно пойти, пройти какие-нибудь курсы, вести какие-нибудь праздники с моим талантом безграничным, как им казалось, и я должна веселить людей, что-то им там показывать как-то. Как-то куда-то я точно не в ту степь пошла. Вот. И я засунула себя вот на те курсы, как бы не без интереса, скажем так, мне было это очень близко. И я пошла, и мне понравилось. И после этого я как-то абсолютно развернула свою жизнь в другую сторону, и ни капельки не жалею. Вот те же самые, вернее, подружки, которые уже, будучи моими клиентками, ой, а научи, а покажи, а вот как мне там себя накрасить, а вот что да как тон правильно нанести, какой правильно подобрать. И вот таких вот моментов начали складываться уже маленькие группки, когда там 3-4 человека уже, ну, было конкретно там, но разбиты по разному времени, вот, и было очень неудобно, потому что это как индивидуальные уроки, с теми занимаются, с теми. Я их решила сбить в группки, и таким образом вот получилось, вот так, как получилось. А сколько лет, какое время вы работаете в этой сфере? Вообще, наверное, лет 8 назад это были мои вот первые курсы. А потом они просто закружилась вереница обучения по всей Украине. Вот. Ну вот в профессии как бы я лет 8, а в школе было 4 года, вот 3 апреля. Вообще, когда девчонки приходят ко мне, говорят, я не художник, они сразу почему-то думают, что они должны рисовать уметь. Вот. Я говорю о том, что у меня курсы, базовый курс стилист-визажист, создан для того, для тех людей, которые не держали ни разу профессиональной кисти в руках. То есть совсем-совсем азы, с маленького поднимаясь. Чем должен обладать человек? Это должно быть невероятное стремление, это должно быть желание. Потому что на моих глазах уже много визажистов прошло, да, учеников. И когда ты видишь, когда человек старается, он хочет, и у него получится. Когда человек просто пришел, либо некуда ему деньги деть, либо ну вот что-то он там себе придумал, что, наверное, это его. Ой, а ходит, а вот что-то не получается, у других получается, у меня не получается, руки опускаются, это не мое. Вот, это старание, это каждый день ты оттачиваешь свое мастерство. Не будешь ты уметь красиво красить, если ты 100 раз не накрасишь эту технику, 100 раз не отработаешь этот урок, только потом у тебя получится. Ну, это действительно, я девчонок своих прошу, что вы приходите домой, вы пришли с курсов, пришли домой,
взяли ручку, карандашик, рисуем, оттушевываем, рисуем, оттушевываем. Только тогда появится навык оттушевки, правильного нанесения теней, правильного наслоения. Очень актуально, очень люди хотят, любят, особенно девчонки. И, между прочим, у меня сейчас в группе занимается молодой человек, которого привела девушка, видимо, для того, чтобы он вот с утра ее красил на работу. Посмотрите в социальных сетях, сейчас стилист-визажист, только ленивый не стилист-визажист. То есть, если ты девочка, если у тебя есть свободное время посещать какие-то курсы, совершенствоваться, это одна из очень привлекательных профессий. Она красивая, она подразумевает самую слабую слабость женщин – это косметика. Косметики много, ее можно трогать, наносить на себя. Девочкам нравится, плюс еще причесочки. Ты умеешь и себя накрасить, и клиента накрасить, и себе сделать прическу, и клиенту. Но это очень такая выгодная профессия и себе, и людям. Как это сказать, я просто придерживаюсь мнения, что человек должен быть силен в чем-то одном. То есть я еще чему-то учить, кроме макияжа, да, я не буду, потому что я в совершенстве владею этим навыком, да, и я этим учу людей, потому что когда этому учу людей. Потому что, ну, это просто нонсенс, когда один человек и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Возможно, будут преподаватели, которые будут, вот, например, сейчас у нас курс «Имидж-стилист», который проводит Анна Хохлова, это привлеченный преподаватель, специалист своего дела, и она отдельно ведет эти уроки, как бы я к этому не имею никакого отношения, но на базе моей школы. Возможно, еще курсы будут добавляться, почему нет? Я придерживаюсь своего собственного стиля, я в нем чувствую себя комфортно, я люблю меняться, вот. И насчет моды, мода — это такое понятие растяжимое очень сильно. Можно выглядеть модно и глупо при этом, да, там модно и на грани кича какого-то. Ну, то есть все равно в человеке главное стиль, который задает потом ему вот движение на всю оставшуюся жизнь. То есть ты выглядишь определенным образом, ты нравишься людям, ты позиционируешь себя как-то в обществе. Мода и стиль – это разные понятия. То есть я считаю, что человек, стиль – это стержень внутренний, это то, как человек себя позиционирует, то, как хочет реализоваться. А мода – это такое, сегодня модно одно, завтра модно другое. Если за всем этим бежать, то человек становится не стильным, а иногда даже выглядит смешно, вот на грани трэша, кича. Ну, это не совсем то, что я люблю. Я считаю, что человек должен быть стильным. Я считаю, что если ты не можешь, если ты не знаешь, ты должен этому научиться. Это не особо трудно. Да, если ты чего-то не умеєш, є люди, які способны тебе цьому навчити. Іди і бери. Користуючись можливістю, я дізналась у стиліста, який тип макіяжу краще обрати для вечірнього побачення з хлопцем. Адже кожна дівчина бажає виглядати на всі 100% саме на такій зустрічі. Тебе потрібно произвести впечатлення там, да? Поэтому ты должна показывать все свои выгодные стороны и прятать все то, что тебе кажется, как многим женщинам кажется, что у нас очень много всего лишнего, нам надо что-то срочно перекроить, убрать. Мы сами себе напридумываем очень много лишнего, поэтому то, что тебе кажется красивым в тебе, ты должна это всячески подчеркнуть. Единственное, что вечерний макияж подразумевает под собой достаточно яркие, да, выразительные глаза, можно сделать акценты на глаза и на губы, но главное не переборщить, потому что мужчины у нас, как говорит моя подружка, тендить не створение, да, чтобы его совсем не испугать, например, красными губами, вот, можно, конечно, выбрать немножко
менее интенсивный цвет, но нарисовать прекрасные стрелки, но опять-таки стрелки, если вы умеете их рисовать ровно, и если вы умеете красивые красные губы рисовать ровно, то если не умеете, то лучше не экспериментировать, ибо красный цвет, да, нет, на свидание можно идти, но выбрать какой-нибудь блеск для губ и темные однотонные. И монохромную какую-то растяжку теней, то есть, дабы там не экспериментировать с тушенкой, получится, не получится, выйдет ровная стрелка, не выйдет, поэтому какой-нибудь красивый один цвет теней, качественно растушеванный, возможно, легкая стрелочка, которая перекроет, да, если вы вдруг не умеете ее рисовать, прокрасили реснички, красиво нарисовали бровь, легкий румянчик, типа вы будете стесняться все время. Вот, и вы великолепны. Единственное, что я говорю, если вы не умеете красить ровно стрелку, а макияж губ, если у вас это красная помада, он должен быть как минимум занимать 20 минут. Это с прорисовкой контура, с выведением консилером, корректором. Это очень сложно. Чтобы не выглядеть смешно, лучше этого не делать. То есть, если вы умеете, значит делаем. Ну, это классика макияжа, черные стрелки, красные губы, вы будете неповторимы. Главное – уметь. Запам'ятавши усі поради стиліста, я можу впевнено йти на побачення з хлопцем своєї мрії. Як казала Коко Шанель, у вас не буде другого шансу справити перше враження. Тож, піду справляти враження. До зустрічі, друзі!